Табуляки поддерживают специальную военную операцию на Украине и президента Владимира Путина. Жить в мире и согласии – это желание любого нормального человека. Но если слов для этого недостаточно, мир надо добиваться делами. И таким делом стала специальная военная операция в защиту населения Донбасса. Я понимаю, как трудно было нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину решиться на этот шаг. И я поддерживаю его политику в отношении к нынешней Украине. Также поддерживала и принимала участие в акции «Всем миром, всем народам» по оказанию помощи беженцам. Наши пенсионеры во главе с Советами ветеранов первыми стали приносить на приемные пункты сначала продукты, потом деньги. И мы верим, твердо верим, что победа будет за нами.